Ну что, всем привет, друзья! Сегодня были в Икее, приобрел там вот такие вот ихние блинчики. Состав там можете сами посмотреть, вроде не такой критичный. Поэтому сейчас будем пробовать готовить. Заодно и узнаем, стоит ли они. Судя по описанию на упаковке, надо просто добавить воды, прям как юппи. Еще 1,5 ложки столовых подсолнечного масла. Ну что, давайте пробовать. Для такой цены, где-то примерно 26, по-моему, рублей, ну, в пределах 30 рублей, довольно неплохо, можно брать.